Совхоз «Новый» не останется без электричества. Энергетики повысят надежность электроснабжения предприятия. Проблемы со светом в совхозе начались давно. Подстанции обветшали, ведь построены они были еще в 70-е годы. Тем временем потребление электроэнергии увеличилось. Как решат проблему на предприятии, узнала Августа Степанова. В совхозе «Новый» полным ходом идет работа. Электрики меняют старые деревянные опоры. На территории молочной фермы проложено уже более километра новых электросетей. Мы провели, можно сказать, капремонт воздушных линий наших животноводческого комплекса, молочно-товарной фермы. Полностью заменили практически все опоры. Руководство компании пошли нам навстречу, одобрили план ремонтов. На опорах алюминиевый провод со стальной сердцевиной. Такой выдержит напряжение в 220 кВт. Металлическая лента заменит старую, из-за которой часто совхозовские буренки оставались без света. Электричество у нас дает что? У нас дает свет, дает работу всех холодильников, холодильных агрегатов, морозильных агрегатов, всех молочных насосов и доильных аппаратов. Без электричества ничего не работает. На этом участке уже установили 22 опоры. Стоимость работ почти 5 миллионов рублей. Ремонтные работы ведут специалисты Мирнинского строительно-монтажного треста. Эти опоры, у них гарантия, как сейчас дают 15 лет, но они стопудово стоят 20-30 лет. Они, да, деревянные, но тут плюс у них стоят подпятники, можно спокойно переносить любое место, и у них загноения не будет, потому что они, ну, там получается основание сухое. По плану технического перевооружения запланирована замена трансформаторных подстанций и дизельных генераторов. Оборудование уже закуплено, контракты заключены. Стоит в плане и утепление теплотрасс промышленной зоны. Августа Степанова, Илья Засухин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».